Я работаю в сфере IT уже 18 лет. И все это время я наблюдаю за тем, как быстро развиваются информационные технологии. Поэтому требуется и самой успевать за их развитием. Поэтому недавно я воспользовалась нацпроектом «Цифровая экономика». Этот проект дает возможность специалистам IT повысить свою квалификацию. Я прошла очень интересный курс. Теперь я применяю полученные знания на деле. Я передаю свои знания школьникам. Ученики нашей группы в будущем, возможно, станут крутыми разработчиками. В наше время, конечно, таких возможностей не было. Thank you.